Ой, ребят, 10 января. Ничего не предвещало такую погоду. Смотрю впереди, как какая-то туманность. И вот резко пошел снег. Вообще резко-резко. Вот такой сильный. Только светило солнце. Вот еще не убралось. И уже дороги не видно. Такая погода. Вот прошла где-то метров 50, наверное. Вот. Меня все снегом закидало. И все. И теперь чуть-чуть метет. И снова солнце. Я-то вообще-то иду к роднику, гуляю. Поселок уже вышел. Что-то здесь вообще как-то неуютно. Так, думала, кто-то пробежал. Вот за поселок вышла. Такая пустынность у нас. Туманность. Снег пошел. Набрала воды нашей родниковой вкуснючей. Вот наш родничок такой, я уже показывала. Наверное, не раз. Ручеек не замерзающий, он туда течет. И вот здесь вот еще по берегу, вон сколько ключи бьют. Вон везде, везде, весь берег. Такая округа. Там кто-то идет, заканчивай. Солнце, не уходи. Хоть запечатлеть тебе. Второй, наверное, солнечный день за зиму. Ну, пока я шла, тут снегопад прекратился. Подул сильный ветер, потом сейчас стихло все. Как какой-то смерч был, снежный вихрь. Иду я обратно с родника. Тут быстро никак не пройти. Дорога вон у нас какая. Стараюсь идти быстрым шагом. Так, это какая у нас улица? Улица у нас Орудовская. Сейчас машины тут ехали. Одна за другой. Такие дома. Всякие разные. Везде народ уже ходит. Все после праздников оттаяли. Кто куда и зачем. Так, туда у нас улица Пионерская идет. А я вот после прогулки решила пообедать. Аппетит у меня зверский. Сварила вот такой вот борщик у меня. Почти постненький. Такой свекольник, не знаю, передает цвет или нет. Вот такой вот темный. Вот сейчас, наверное, видно, да? Что вот темный. Прям вот я люблю такой насыщенный цвет. Свекольный. Ну, со свежей капустой. На мясном бульоне. Вот, это у меня лесной зверь. Бегал когда-то. Вот, с чесночком сейчас буду кушать. И хлебушек с горчицей. Очень вкусная горчица. Есть у меня в плейлисте ее рецепт, еда. Вот, и не знаю, положить то ли не положить майонезу. Но, в принципе, и так будет вкусный. Ну, в общем, короче, посмотрим. Первое блюдо пошло. Ну, второе у меня каша гречневая с молоком. Захотелось просто так молочком запивать. Помните, как в фильме «Девчата»? Кашу гречневую нахваливал один лесоруб. Вот и я сейчас буду кушать после прогулки. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до встречи.